это очень важно, очень ценно, что есть возможность, что находится возможность встречаться лично, встречаться очно, потому что когда, конечно, случилось вот это все, что случилось в нашей жизни, что перевернуло ее с ног на голову, и было в какой-то момент даже какое-то отчаяние у всех, мне кажется, по большому счету. И я помню, что после пандемии, когда я приехала тоже в какой-то маленький городок с концертом, у меня аж слезы наворачивались, потому что вот это казалось, что этого уже никогда не будет. Вот зрители, вот это непосредственный обмен энергии, это настолько ценно и важно. А наша профессия, она вообще без этого не может существовать. Да, конечно, кинематограф это есть некая такая связующая нить, это есть некое спасение, да, но тем не менее, для того, чтобы вы могли прийти в зал и это все увидеть, нам тоже надо собраться вместе, а нас даже этого лишили, чтобы сделать кино. Поэтому это счастье, что мы снова имеем возможность встретиться. А еще я с огромным уважением и благодарностью отношусь к вот такой подвижнической деятельности, когда подобные форумы, фестивали, театральные, кино случаются и создаются не в больших городах, уже привычно, там, Москва, Питер, еще какой-нибудь прибрежный город, и, ну, где всем удобно потусить. А когда это все вот так вот распространяется по маленьким городам, это настолько важно, настолько ценно, и какая же всегда теплая публика, насколько все открыты, очень доброжелательны, благодарны. И даже когда это все, знаете как, ну, в силу непосредственности такой, что вот человек с экрана, которого там ты видишь каждый день, он вроде свой родной, поэтому его, ой, да, я тебя скорее, давай, можно, давай, Маша, давай, иди сюда, вставай, ребенок бедный, который не понимает, почему он должен стучать и фотографироваться. Но это все на самом деле очень трогательно, и это все прекрасно.